Приветствую вас, народ, мои друзья. Вчера вам забыла показать, вот делала обзор на покупки из Ашана и забыла еще, вот у меня в сумке лежала шоколадку, я взяла себе. Вот. Сегодня я уже зашла в Магнит, мне на самом деле я собиралась на рынок, очень хотела творог деревенский, но, к сожалению, у нас там сегодня санитарный день, поэтому пришлось зайти в Магнит. Но я же не могу зайти в Магнит просто за творогом и сыром. В итоге я взяла полезную пищу, поскольку сейчас зимний период, и я нацеливаюсь на правильное питание. Вот сейчас покажу вам сразу чек, чтобы не было как бы недомолвок там, если что-то. Вот такие у нас цены в Москве. Вот, и даже еще скидку рубль 50 сделали, удивительные люди. Вот, и в общем, вот такие у меня были совершенно обычные покупки правильной еды, ну или не совсем правильной. Это я взяла делать пиццу для мамы с колбасой, а мне с овощами. Вот такая, в общем, колбаса первый раз беру. Просто удивительно, там сейчас какие-то скидки на колбасу, и я очень долго выбирала. Ну, обычно зеленый лук, я думаю, что все видно. Так, господи, вылезай. Взяла сельдерей, я его в салат использую, и в суп тоже кладу. Вот сегодня собираюсь супчик варить с зеленой, и туда положу немного. И все, что останется, пожалуй, порежу, заморожу, потому что очень быстро он почему-то портится, этот магазинный сельдерей. Вот, опять же, сыр, собственно, зачем я и пошла. Я же не могу просто сыр купить и все. Так, еще для пиццы взяла два помидора. Уж больно какие-то они прям дорогие, золотые помидоры. Вот, и взяла пекинскую капусту. Хотела салат взять, но салат у них не очень какой-то. И, кстати, дали мне вот такую штучку. Я думаю, вы все знакомы с этими штуками. Я не знаю, что это такое. У меня их уже порядка 20 штук, они мне не нужны. Если вдруг у вас есть дети, кто меня смотрит, и они коллекционируют такие штучки, там какие-то жетоны, судя по форме, они круглые и, наверное, с какими-то рисунками. Если у вас дети их собирают, то напишите мне в комментарии, и я просто вам их отдам. Потому что нам такие штучки не нужны, но, по-моему, за каждые 300 рублей дают один жетон. Вот, и, в общем-то, из Магнита все, еще взяла рекламку. Но показывать не буду, это типа как до Нового года осталось чуть-чуть. Вот, в общем-то, ну, тут всякие товары. Я взяла просто посмотреть, может быть, что-то к Новому году интересненькое взять. Вот такие были покупочки. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новых видео. Ставьте пальчики вверх или куда вам хочется. Оставляйте комментарии, мне очень важно ваше мнение. Если вам что-то интересно, также спрашивайте в комментариях. Я всегда все комментарии читаю и всегда всем отвечаю, если был какой-то вопрос. Так что до новых видео. Пока-пока.